В Дагестане заброшенные дольщиками дома достроят власти. Как сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в республике создан фонд защиты прав дольщиков. Глава Дагестана обратился в правительство страны, чтобы в особом порядке рассмотрели 14 объектов, оформленных на физлица. В ведомстве также сообщили, что в регионе в реестре состоят 20 проблемных объектов по 5 строительным компаниям в республике. Отметим, что Минстрой Дагестана уже получил информацию о том, что этот вопрос будет решен положительно.